Есть? 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 Класс. Да, я программист, я знаю, от Бога. 31, а чё так мало? На меня Дмитрий Шалом зашел. Чё так мало? Дима, пропиарь меня, пожалуйста. Пропиарь, умоляю. Не видишь? Это у тебя что-то с телефоном не то. Идиот. Ой, больно. Ой. Все. Наконец-то. И я иду. Да, Мария, слушаю. Здравствуй. Ага. Я всегда ем на трансляции, так что не удивляйтесь. Я отлично. Лучше не бывает. Лучшая подруга? Конечно же, Мария. Мария? Ну, короче. Мне вкусно. Спасибо. Ай, больно. Угу. В субботу. У меня воскресенье. My way. Угу. Спасибо. Да. Можете сделать этот репост, пожалуйста? Прошу, умоляю. Умоляю, пожалуйста, прошу. Да. Е. Ту-ту-ту-ту. Припиняти. Розмова. Тимур Москальчук. Господи, вы уже много раз спрашивали, но я не решалась ответить вот прям. Нет. Все, я все сказала. При чем тут Лилюшкин? Отстань от меня. Ахаха. Смешно. Сейчас я тебя заблокирую, Маша. Я уже блокирую. Маша, я тебя реально сейчас заблокирую, это не смешно. А я тебя нет, это сердечко разбилось. Угу. Ну такое. Да, Лилюшкин, моя любовь. Номер один. Что ты мне пристал с этим Бойко? Мы с ним даже не видимся уже 2 недели. Найтлапу дает вообще как заправки. Да, хожу. Ну, иногда. Посещаю. А, я вспомнила. Уроки какие? У меня завтра... А? А это я. Это моя мама. Добрый вечер. Когда... Маша, это трансляция для всех. Я создам для элитки трансляцию, тогда будем смотреть вместе. И можешь там все говорить. Мои трансляции... Нельзя материться, употреблять алкогольные напитки, курить,
а также обзывать и хамить. 5 вещей запомните, и вы будете в моей трансляции навеки. ЗОЖ. Я ЗОЖ. Здоровый образ жизни. Картинку сразу вспоминала. Картинку? А вот эту. Никогда не сдавайся. Ага, молодец. Настя, ты очень красивая. Боже мой. Как же приятно. Пустовид курит? Нет. Маме привет. Мам, тебе Маша передает привет. Спасибо, Ша. Спасибо большое. Спасибо большое. А какая Маша? В смысле? Даманская? Полянская. Полянская, Даманская. И им привет. И, всем. Да, и вам привет всем. Всем Машам привет. Ахаха, услышала. Лав тебя. И маме привет. Мам, тебе уже люди незнакомые пишут привет. Спасибо. Покажи маму. Не, спасибо. Не, лучше покажи им картинку про зожника. На. Мама, нет. Нельзя? Мама, трансляция без матюков. А, без матюков. Мама-то у тебя матюкается, поэтому маме можно. Пропустим этот момент, ничего не было. А мы на стиле. О, Господи! Господи, Господи, Дима Шалом пиарит меня. Я в шоке. Пропиарил. Тут ну шо. Мы остаемся в селе. Когда никто не пришел. Опа! С тебя тем в губ. Обязательно. С завтрашнего дня начнем. Николай Бедренко. О, Маша. Я потом тебе напишу, неважно. Ну, можно, конечно же, да. Обязательно. А мы на селе. Я вспоминаю наши ночи у Криницкой. Макс? Какой Макс? Короче, все. Меня бесит эти волосы. Я устала, я хочу есть. Лиза Мазур, кто это? Маша. Никому. Никогда. Ни за что. Ни за чем. Не рассказывай. Ясно. Ты не помнишь, где твой абонемент старый в Спортлайф? Он у тебя случайно не в кошельке? Я не знаю. Можешь посмотреть в кошельке в своем месте? Мама, у меня трансляция, мама. Опа. Опа, опа. Тише, тише. Я уйду, ты не услышишь. Вот так вот я пою, в принципе. Проблемки пришли. Я проблема. Тебе такая не нужна. Я проблема. Да, я проблема. Да, шестая Open Kids. Ну да, я такая. Да ладно, я же на этом. Я же подруга Бьонси, я там у них на потанцовке всегда. Всегда. Всю жизнь. Приветики, любовь. Чё? Что, Настя? Мама, нескромный вопрос. Да. Я могу пойти к Маше на ночевку в конце февраля? Конечно. Маша, мне мама разрешила, мы идем. Пусть Маша к нам приходит. Не. Чего? Ну, мам. Не, ну я могу.
А сколько нынче стоит занятие в арте? Я не знаю. Стоп. Нет. Не разрешаю. Все, ребята, пока, мои фолловеры. Подписываемся, ставим лайк, подписываемся на канал. Всем пока. Чмоки-чмоки. XO.